В администрации Краснодарского края прошел час контроля. Губернатору доложили, в каких муниципалитетах отстают от сроков в этом месяце. Больше всего претензий к Брюховецкому району. Основная причина – в несвоевременном освоении выделенных из бюджета денег. Речь идет о бюджетных средствах. На самом деле за каждую копейку бьемся, за каждую копейку. И когда она не освоена по каким-либо причинам, то вообще уже неинтересно, какие причины и почему. Потому что слишком дорогая копейка для нас всех. Для нас всех, потому что мы вместе ее зарабатываем. Все вместе. А потом не можем эту копейку конвертировать в реальные блага, в реальную жизнь для простых людей, для тех районов, которые ждут от того, что в жизни их что-то меняется. Поэтому давайте не будем искать ни слов, а брать и заниматься делом. Кроме Брюховецкого района, вопросы у главы контрольного управления были и к Усть-Лабинскому району. Там также затягивают сроки с выполнением поставленных губернатором задач.